речь идет. Я хочу рассказать вообще, что это так интересно. Когда нам Марио сказал, возьмите с собой одежду, и мы поднялись наверх на вулкан, и там никакой одежды не понадобилось, я подумала, почему же он сказал, что нужна одежда, что будет холодно. Но по дороге, когда мы ехали, он уже объяснял, что здесь есть такой, скажем так, необычный климат. И вот сейчас мы едем как раз по этой территории необычного климата. Здесь вот сейчас сплошной туман, то есть сплошная облачность. Мы едем как будто в облаках, ну, не как будто, уже реально в облаках. Вот. И такой воздух, наполненный влажностью, озоном, он действительно холодный. Вот прямо у нас окна открыты, и я такая думаю, может достать кофту, потому что прохладно. Уши закладывает, как в самолете. Мы сейчас едем по новой дороге. На прошлой неделе ее только открыли, эту дорогу. Абсолютно новая. Построили новую дорогу, никто еще по ней не ездит. Мы даже водителю говорим, мы что, вообще первые, что ли? Ну, ни одна машина. Ой, как, смотри, ни черта не видно, как он едет. Пиц. Видимость, я не знаю, 3 метра в этом в тумане. Вот. Ни одной машины, слава богу, нет. Я надеюсь, что мы ни с кем случайно тут не встретимся. Вот. Нас никто не обгоняет, мы никого не обгоняем, навстречу никто не едет. Дорога абсолютно пустая. Он говорит, поедете по новой дороге? Думаю, а что он спрашивает? Ну, поедем, что такого? Оказывается, тут так интересно. О, 2 человека вот есть. Идут внизу там. Интересно вообще. Кабо-Верде все время удивляют. Что-нибудь. Вот мы сейчас едем по северу острова. Они говорили, что на севере острова тут очень